Полное описание и точно дата выхода 6 серии нового российского сериала «Казанова». 6 серия сериала выйдет на Первом канале 17 ноября. Описание 6 серии. Элла следит за Казановой и видит его на улице с другой женщиной. Полина предлагает своему новому возлюбленному геологу Ивану пожить вместе в квартире уехавшей соседки. Новгородцева рассказывает, что улетает в командировку в город Южный, где будет искать одного преступника. Иван предлагает поехать с ней. Следствие объявляет подозрительного Апрельцева в розыск. Элла и Казанова пересчитывают украденное. Им нужны средства, чтобы уехать за границу. На следующий день он отправляется на пленум ВЦСП, где представляется делегатом от Белорусской Республики и выбирает новую жертву. Ею становится директор колхозного рынка из Ростова-на-Дону Лариса Погосян. Напомним, 6 серия сериала выйдет на Первом канале 17 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.